Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня. Взгляд в будущее. Докажи Купидону Мазилии, что любовь слепа, с помощью колоды пущенное мясо. Подсказка. Перекати поле может уничтожить любое растение, и если Купидон Мазилы сократит силу растения до нуля. Такс. Перекати поле может уничтожить любое растение. Так, играем мы за розу. Хм. Так, ладно, давай посмотрим, что... Так, секунду. Ну, в принципе, неплохо. Давай смотреть, что же у нас будет делать замех. Нет, 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 не надо, не надо, блин. Всяких тут своих гаргантюа выставляют. Ты чё, гаргантологов, точнее, этих. Да, блин. Да. Улучшил, называется. Нет, гаргантологи, это плохо. Какие нафиг гаргантологи, вы чё? Не надо такого делать. Как же тут сделать-то? Так, ты сколько восстановишь? Две единицы героя, да? Сделаю, короче, вот так. И вот так. Ну ты жук, а? Ну ты жучара, однако, а? Та-та-ря, говоришь, да? Так, здесь зомби полиция получает минус 2. Зачем уничтожать всех зомби с нулем? С нулем. А давай сделаю вот так вот. И вот так вот. Ну а чё, ребят, ну приходится так делать. У меня с картами беда какая-то. Откуда у него столько карт там набрано? Я не помню. Так, ладно. Опять тап-тап-тап. Достать ты решил, да? Я так смотрю. Давай посмотрим, что он вытянет. Слушай, ну это замечательно просто. Это просто замечательно. Я вот сюда вот так поставлю. Твою дивизию ты заколебал, а? Так, а он что делает? Ага. Ты, блин, сейчас серьезно? Давай так сделаем тогда уже. Ну а чё? Выбор невелик, друзья. На тебе. Ага, замечательно. Стража позвал. И медика. Пш. Давай я так сделаю. И что еще можно сделать? Ну еще вот так вот сделаем. Мне просто нужна карта. О! Неплохо. На тебе. Опачки, 13 хп. Что-то у меня вот этих вот слишком много. Давай-ка я вот так вот подрядочку сделаю. Что там у тебя? Ага. Уничтожил, ладно, ладно. Обидно. На-ка. Кукуруза. Слушай, достанет, а? Конец хода. Уничтожает случайного зомби, размещенного с правика.
Ну, сделаем, во-первых, с тобой вот так вот. Это однозначно. И вот так. Посмотрим. А. Да на тебе, блин. Единственное, что, конечно... Ох ты, жук, ты смотри, чё, а, вытянул. Ребят, на пос... Ну, замех, а. Вот ты сейчас серьезно это делаешь? Давай так сделаем. Естественно, сейчас будет разбрасывать. Так, споровик. Этого мы уничтожаем. Угу. Дорвался, да? Размещает подсолнух, если нет зомби. Оу, ноу, ребят, ну что ты? Я офигею, ребят, я в шоке. Я просто в шоке, нам... Так, козла этого, да, превратить. Чтобы урон нам не нанесли последний. Да кого ж ты... Да ну, ребят, ну это просто... Я бы тебе сказал бы, что это. Да фиг ли мне вот этот вот... Твой... Фасольник, так скажем. Ну, сейчас он кинет свой этот... Да, свое яйцо. Как тебе такой расклад, а? Вот о чем и я. Фига ему там дали гаргантюашек, блин. Так, нанесите 20 единиц урона героям розой. А, слушай, ну давай, давай. 20 единиц урона розой. Это только одно задание у нас откатилось, получается, да? Да, только одно. Ну что, давай попробуем сыграть тогда за розу. Не получилось у меня событие пройти, как ты понял, да, уже? Розочка, родная моя. Не помню. Так, а тут какие-то новые карты для нее есть. Ну-ка, что там у нас? Что там у тебя есть? У меня колода на заморозке. Или на хилла. На заморозке, по-моему, да? Вообще непонятно, на чем тут, если честно. Так, возьмем, наверное, звездочку с тобой. Добавим. По-моему, как на заморозках сделана колода. Четыре подснежника и тому подобное, да? Да. А почему капельки нету? А, нет, есть капельки, все, есть, ребят. Тогда зачем мне вот это вот? Или вот это, например, я не понимаю. Когда здесь должны быть вот это, например. Это тут вообще ландшафт, не понимаю, для чего он тут нужен. Ну, вроде бы как... Этого что ли взять? Ну, этого... Фиг ты его успеешь использовать, если честно. Ну что, друзья мои, попробуем, что у нас из этого получится. Ума не приложу. Раньше я розой играл на хилах. Но тут почему-то на заморозках. Но тут колода такая, знаешь, это от себя тебя на самом деле. Придуманная мной. Половина карт нет, которые нужны. Так, это убираем. Остальное вроде бы как пригодится.
Подснежника нет, вот в чем проблема. Ландшафтов у нас с тобой, мы ландшафт не взяли, ё-моё. Если вдруг он подставит здесь ландшафты, нам даже не заменить будет. Ну, вот так вот. Что там, вытягивает две карты? Угу. А вот, друзья мои, и подснежничек. Что, давай я так, наверное, поставлю. Зомби-астронавта он размещает. Окей. Да ладно, ты серьезно? А если я сделаю вот так? Ага. Угу, к примеру, так. И вот так. Что он на это скажет? Бонусную атаку? Да ради бога. Такс, ага. Все? Так, он же может переместить и атаковать, да? С бонусной атакой, насколько я помню. Может. Поэтому сделаем вот так. И пока все. Пускай он там этих шитиков набирает. Я не знаю, он, наверное, будет с кровожадностью хочет сыграть или как. Я, честно говоря, пока без понятия. Ага, поставил. Кровожадность хочет, наверное, врубить. Что-то мне так кажется, ребят. Он его уберет. Давай я сюда вот так вот сделаю. Просто посмотрим. Да, я так и думал, ребят, что будет кровожадность и что-то вот в этом роде. А у меня ландшафта, к сожалению, нету, чтобы я смог поменять. Это как бы так, между прочим. Посмотрим. Шаманство делать. Ну, делай шаманство, хорошо. Кровожадность. Делай кровожадность, дело твое. Погнали. Так, ну что, ставим этого. Опа, чучело появилось. Видел, что творяет. Что ж, давай посмотрим. Опачки. Отлично.
Вот так вот, да? Так, что мы можем с тобой сделать? Ну, подкрепиться, это понятно, Нила, подкрепиться. Ну, чё я стою, жду-то, ёлки-палки. Что я стою, жду? О, море погоды. Окей. Блин, у него защита сработает, друзья мои. Угу. Пока оставляем. У него еще этот курабочек должен быть, по идее. Сейчас сюда, наверное, поставит. Нет, не курабойщик. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, ну что, давай, наверное, сделаю вот так вот. Подожди секундочку. Здесь вот так поставим. Ну и вот так вот. Шаманство. То есть у него курабойщик еще есть там один, да? Я так понимаю. Рикошет. Ага, двух амфибий расставляет. Ну, отлично. Так, опять шаманство. Кровожадность. Допустим. Такс, ну что, ответственный, ребят, момент. Ой, ёк-макарёк, выставил, да ну. Вот это, друзья, очень плохо. Сделаем так. Сделаем, наверное. Почему только этого-то? Понял. Понял. Так. И здесь попробуем в кого-нибудь другого. Погнали. Ты понимаешь, что прочерк, что это будет? Раз, два, три, четыре, пять. Ха-ха, ему ничего не выпадает, прикинь. Ему ничего не выпало, ребят. Все, крышка ему. Ха-ха-ха, дорыскался. Дорыскался, доискался. Ну, Роза, ты красава, ты меня не подвела. Умничка. Целую твои лепесточки. Да, ребята. Он и рыскал, рыскал, но, как ты видишь, он ничего не нашел. Я так хотел, я, наверное, он искал, наверное, эту, как она, бонусную атаку. Да, он, скорее всего, бонусную атаку искал. Так, ну что, продолжаем бомбить за нашу зеленую тень. Можно, конечно, попробовать за орех. Кстати, я давно за него не играл. Я даже не помню, какие тут у нас. Этот орех у меня... Этот орех у меня фиг знает на чем. На хилах, не на хилах. Вообще от себя тяна, честно говоря. Сам посмотри. Ну, вроде как на хилах. В то же время нет. Ландшафт и все это есть. Нет, все-таки давай попробуем сыграть, доиграть за нашу зеленую тень.
Нам тем более с тобой нужно всего лишь 45 кристаллов, и паки у нас будут открыты. Против профессор Москотака у нас. Как-то... Да что ты? Так, он у нас любитель. Ну, наверное, на куробойках сейчас будет, я так понимаю. 29-й ранг. Скорее всего, он именно за счет куробоек сюда и добрался. Скорее всего, да, ребята. Все будет видно тогда, когда он начнет применять заклинашки. Но он сидит и время тянет, как всегда. Это Joint 92, да? Да, именно он. Эй, парень, очнись. Вот не люблю, когда ребята тянут время. Или ты сдаешься, или ты играешь. Че ты там сопли жуешь? Нет, я, конечно, понимаю, что надо подумать, обдумать каждый ход. Но не столько же долго. Хотя бывает иногда. Это обдумывать, знаешь, когда? Когда вот патовая ситуация такая тяжелая, и ты сидишь и думаешь, блин, тут типа надо. Он, наверное, может быть, смотрел, кого я поставлю первым. И от этого уже делать выводы. Кем играть? Может же быть такое. Вот, точно, ребята? Скорее всего, курабощик. Ну что же, окей, курабощик так курабощик. Что мы можем сделать с тобой? Да ничего. Ну, уничтожает своего же зомби, да, ради бога. Благо, у нас есть еще гриб, так что можно не волноваться. Единственное, что вот он добор берет, да. Это не очень хорошо. Такс, 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 такс. Ну что, опять выставляем? А, подожди, сейчас посмотрим, что он тут выставит. Погнали. Так. А, давай так сделаем. Трешечку в лицо, если что. Хотя у него может быть заклинашка какая-нибудь противная. Ну вот, размещает зомби-астронавта. И, наверное, что... нет. Ничего у него нету. Бонусная атака, да? А вот это хорошо, вот это вот мне нравится. Единственный вопрос, только кто у него там сидит? Естественно, я буду замораживать. Понятное дело. Только кто вот у него там сидит, вот что мне интересно знать. Проверим. Пускай бомбит сюда, что я могу сделать? Уничтожает. Довольный. Так, набор магии, да, я так понимаю, он хочет набирать. А зачем это ему нужно, ребят? Естественно, я поменяю ландшафт. Но дело-то в другом, что он сейчас будет хапать. Опа. Ясен перец, этого мужичка мы отсюда убираем. Иди отсюда. И ландшафтик мы с тобой тоже меняем. Поехали. Сейчас испугается, будет менять опять, друзья мои, ландшафт, скорее всего, да? Или у нас пойдет добор. Тут ему, как говорится, уже... Ага. Ну я хорошо. Опачки. Он опять этого чучела поставит. Если поставит, мы опять его, ребята, выкинем.
Угу, вот так вот он делает. Ну что, 3-4, да? Уничтожаем. Или как, два разика нам лучше, наверное, уничтожить его. Давай сделаем так. Ой-ой-ой. Блин. Блин-блинский, ребята. Ладно, ничего не поделаешь. Ай-яй-яй, как же так... Ха-ха, уничтожает. Ладно, окей, ребята. Окей, друзья мои, сейчас будем все равно делать доборы. Смотри, сейчас выставляем вот этого с тобой и начинаем. Ну, я думаю, ты понял, что мы начинаем, да? А этого говнюка сейчас выкину. Пускай он даже о нем и не мечтает выставить его. Так, +3, +3, еще лучше даже. 4-4-8. Ах ты, курабойщик у него, ты посмотри. Ну ладно. Шит ты гороховый. Так, ребятушки. Погнали. Я так и думал, что курабочек у него будет. Для меня это не новость. Я не удивлюсь, если у него еще там один в руке лежит. Сейчас он начнет их выбрасывать одного за другим. Пам-парам. И мы с тобой будем по-другому делать. Выставлять тогда вот этих вот. Угу. Да надо же, что он творит, смотри. Что нам тут лучше сделать? Я думаю, наверное, прикроемся вот так вот. И сделаем бонусную атаку. Да? Вот так вот. Этого паршивца перекинем вон туда. Поехали. Опачки. Химик у него здесь, ребята. Окей. Ну и чего дальше? Что он задумался-то? Заклинашек у тебя нету, я смотрю. Точнее, заклинашки-то, может быть, есть, но у тебя нету энергии. Поэтому... Астоловисто. Угу. Так, он будет этого пугала ставить? Я просто жду, когда он его выставит. Я жду, чтобы его убрать отсюда, понимаешь, в чем дело? Жду и не дождусь. Ха-ха-ха, вот он его поставил. Надеюсь, он не будет сейчас бонусную атаку никакую делать. Отлично, ребята. Никаких бонусных атак. Угу. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Ну и, в принципе, поехали. Жалко, конечно, что вот тут вот у нас не сработает. Это немножко печально. Зомби-астронавт решил поставить. Окей. Ну и что дальше? О, размещает двух танцоров. Хорошо. На-ка тебе. Выставляй, да, опять этого. Окей.
Допустим. Так, ну что, бомбим тогда с тобой сюда, да? Двушечку зарядим. В принципе, этого будет нормально. Так. Дальше ставим сюда. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Так, что нам еще? Погоди секундочку. Не-не-не, вот так вот, наверное, сделаем. Поехали. Отлично. Так, 3 в лицо плюс 6, 9, да? По итогу. Плюс доборчик. И еще ударчик. И одно хп остается. Ну все, ребята. Наверное, финита ля комедия, да? Ну что, будешь что его этого каменного-то ставить, голема? Плевуна. Так я его называю. Или курабочек будешь влеплять? Кого ты будешь ставить? Курабочка или плевуна? Задумался. Задумался у нас мозг атака. И походу... Нет, ребята. Нет. Не стал он фейлиться, не стал он сдаваться. Я поставлю вот так вот. Я... сделаю вот так. Я сделаю вот так. И, в принципе, хватит. Ой. Все? Меняешь? Ну, меняй, меняй. Ай. Понятно. Видел, что у него было там в закромах, ребята? Гаргантюашек он там... А, нет, это не в закромах. Это у него была заклинашка на гаргантюах. Захотел он тут выкрутиться, но... Мы с тобой старые калачи, да? Все прожухали, прочухали. И не дали ему здесь, естественно, ничего сделать. Да? Зеленая тень хороша. Но опять же тебе повторю, что она хороша на ранних стадиях. Потому что... Как понять, на ранних стадиях? Эти колоды у меня тянут, так скажем, до 30 ранга. После 30, друзья мои, там трэш начинается. Самый настоящий. Там нужно до такой вот мелочи все учитывать, чтобы у тебя колоды... Естественно, синергия нужна. Синергия — это каждая карта дополняет предыдущую, понимаешь, да? То есть, если ты ставишь вот этого вот, да? Рев динозавра. То есть ставишь его и начинаешь добор карт. Добор карт, и он, соответственно, прокачивается за счет этих карт. Вот здесь, например, танцор. Неужели он на танцорах будет? Маловероятно, но скорее всего. Очень много карт с заклинаниями, естественно. А раз очень много карт с заклинаниями, значит, нам что надо делать? О, смотри, видишь, что вытворяет? Вот. Вот такая вот штука бывает, ребята. Давай, погнали. У него, кстати, может быть какой-нибудь там... Кто вылупится? Ну, смотри-ка, как ему повезло. Еще и добор карты взял. Ну, применять в данный момент заклинание ему невыгодно. Ну, он прячет нагробие. Но мы прокачиваемся. Да, 3 в лицо, правда, получим. Тут уж... Как говорится, извините, ничего с этим не поделаешь. Хм. Так, а вот это уже серьезная заявочка, ребята. Это уже серьезная заявочка. Что мне тут, как мне поступить? Кто там у него может быть? Если честно, даже ума пока не приложу. Ну что, если сделаю вот так вот, к примеру? И вот так. Проверим. Это все добор карт делает, понятно.
Ты видишь, что он делает? Ну, этому-то в табло понятно, сразу пропи... Вот этот меня сейчас напрягает, раздражает. Пятерочка. Пойдем-ка вот этого уберем отсюда. Отлично. Смотрим дальше, что тут будет происходить. Дурели с кукушкой. И опять танцор, да? Ну что тут делать, ребят? Тут сделаем вот так вот. Угу. Ну и, наверное, вот так. Заклинашки можешь использовать. Разрешаю. Вызвать, например, своих двух балбесов. Нет, у него вот. Наносит 2 единицы урона. Так. Допустим. Да ладно. Ха-ха, ты серьезно? А если я сделаю вот так вот? Погнали. Чего ты там? Сразу морду скривил. Да-да-да-да, именно так. Далее. Ландшафтик ты будешь менять, нет? Но его мы прикрыть сможем, вот, ребята, элементарно. Ну, видимо, он на своем все стоит. Ладно, ладно. Что я могу здесь посоветовать, ребята? Сделать вот так. Сделать вот так. И сделать вот так. Нормально? Я считаю, что нормально. Погнали. Как ты понимаешь, этот отдупляется, погибает. Потому что эти двое его ушатывают. Ну и тут 7 и 7, 14 в лицо. То есть спасения нету. Если у него нет, конечно, какого-нибудь там, я не знаю, супер-пупер, который может уничтожить. О, смотри, что творит. И все. Это все, что он успел сделать. Ну что, добиваем, ребята, его. Залпом. На! Вот так вот. Красиво, хорошо. Идеально, я бы даже сказал бы. Так, и переходим с тобой на 20 ранг. А это говорит о том, что мы открываем паки, друзья мои. Да-да-да, сейчас получится у нас очень много кристаллов. 100, по-моему, нам дадут. 20 это за уровень. И 150 даже. Да, 150, ребят, ну что. Вы помните, у нас была очень... неудачная, как бы, неудачный месяц мы закончили, да, с вами? Мне дали там всего вшивых каких-то 4 пака. Давай мы это дело будем исправлять. Так, заходим в наборы. И вот самое интересное, какой взять? Ребят, я вот не знаю, вот это для меня большущая, огромная проблема. Вот что у нас здесь находится, вот в этом наборе? Блин, ну, солидные растения, солидные, ребята, да? Но очень много тех, которые у меня есть. Очень много. Вот мне бы вот этих... вот этого бы взять бы. И патиссоны. Роза тоже хороша. Даже не знаю. Так, это мы с тобой вот это, да, смотрели сейчас? Нет, 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 нет. Это мы с тобой... а, вот мы смотрели с тобой. Тут еще вот такой вот есть. Ну, здесь смотри, здесь маловато. Здесь вообще мало, друзья. Как-то... нет, ну тут хороший, я не спорю. Вот это... отличные, отличные, ребята, эти карты. Кстати, и шанс, наверное, получить здесь легенду больше, потому что карт меньше, ты понимаешь? Но я все-таки хочу испытать
Удачи, ребята, на этой колоде. Надеюсь, вы меня поймете и поддержите. Ну, недостаточно самоцветов. Придется перезайти. Это, ребят, такой вот бывает баг, лак, как не знаю его назвать. Так, ладно, переходим опять. Ну, что там? Так, какой мы хотели с тобой? Вот этот, да? Покупаем. Фух. 11, 11, друзья мои, паков. Ну, с богом. Так, это у нас обычные карты. Ну, абсолютно, абсолютно все здесь есть. Ничего нового, конечно, для меня не выпадет. Редкие почти. Ага. Так, так, так. Ничего, ничего себе. Мега редкие даже есть. Я тебя умоляю. Ну, ну что это? Ну, ребят, ну... О, легенда. Да ладно, какая? Воу, слушайте, ребята, а клананасы — это хорошая карта. Знаешь, куда она подойдет? Она подойдет под колоду грибов, насколько я помню. Сила в грибах, по-моему, вот здесь она очень хорошо фигурирует. Или даже вот в изобилии споров. То есть, этой карты у меня не было. И вот эта карта, кстати, тоже хорошая, потому что, ребят, при использовании все зомби получают плюс 1-1. И способность безумия. То есть, ты понимаешь, да? Вот это вот безумие. То есть, при уничтожении противника он бьет еще удар. Это классный кофейный зомби, ребята. У меня его тоже не было. Создается он за 1000, но у меня 2000, как ты видишь, есть. И, кстати, можем сейчас с тобой сделать... Так, согласиться, да? Все-таки не зря, не зря, ребят, я взял этот пак. Конечно, хотелось бы еще бы каких-нибудь там легендочек, но... Что есть, то есть. Так, мы 2000, да, с тобой имеем кристаллов? Я вот не помню, ребята, где тут можно... Как-то нажимаешь, и сразу тебе показывают твоих... Ну, твои вот эти вот дубликаты, так скажем. А так приходится, ну, вручную каждую подчищать, ты понимаешь, да? Тут, например, самое максимальное количество — это 4. Если их 6, если их, например, 6, да, то лучше их уже утилизировать. Потому что ты все равно не сможешь их использовать. 4, все. Тут аж 9, ты представляешь? Аж 9 штук. 1, 2, 3, 4. Вот 4 остается, и все, и прекращаешь, как бы, уничтожать. Смотри, видишь? Тут 8. Вот так потихоньку-потихоньку копишь, потому что легендарные карты стоят у нас, друзья мои, недешево. А недешево это от, по-моему, от 5000, по-моему, или... Сейчас, честно говоря, врать не буду, не хочу кого-то там дезинформировать, но это можно глянуть. Ну вот, например, легендарная карта, да? Сколько ты стоишь? 4000, ребят. 4000 энергии стоит такая вот карта. Я тебе, кстати, скажу, что карта очень даже хорошая. Но выбор, как говорится, за тобой. 2500 есть. Я, ребят, сейчас не буду, конечно, тут распылять при вас все. Вот эта карта тоже неплохая, да? Есть добор, нельзя уничтожить магией, потому что иммунка к магии. Вот, тоже неплохая карта. Райская птичка. Шаманит тебе карты. Патиссон. Тоже замечательная, ребята, карточка. Бананадум. Почему-то его здесь звать, я не знаю. Бананадум. А, это, наверное, банан просто такой. Я думал, что это патиссон, ребята. Это банан просто, у него как башка распирает от мыслишкого. В общем, я займусь этой почисткой. И, возможно, мы в следующей серии с вами какую-нибудь легенду купим. Если у нас, конечно же, хватит энергии. Ну, а не хватит энергии, будем с тобой просто фаниться, просто играть. Так что, друзья мои, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.